Всем привет, друзья! Сегодня у меня будет обзор моих новых картин. Первая картина – бабочка. У нее здесь отличительная особенность – камушки на теле. Я готовлю новую коллекцию бабочек. Коллекция Butterfly Shine, то есть бабочка матричная. Сияние. Вторая бабочка уже усложненная. Здесь помимо того, что тело блестит, тут еще вот такие вот у меня полосочки. Тоже в виде таких вот, как будто дождь льет. Дождь из блесток. Светится она, не передать как, она очень такая яркая получилась. В общем, современная достаточно. И мне кажется, это прям новое что-то. Ну и третья картина. Третья картина у меня, она не закончена. Но я вам ее покажу, начальный этап. То есть она точно такая же, как и предыдущие. Одно крыло у меня обычное. А второе, естественно, в пикселях и размазанное. Эта картина будет усложнена и будет стоить очень дорого, потому что она будет с элементами эпоксидной смолы. Эпоксидную смолу я вам сейчас покажу, наверное. И, ну, не буду пока говорить, что я из нее буду делать. И, в общем, конечный результат я вам покажу. Смотрите обязательно мой канал. Настанет сентябрь, я вам все расскажу. Вот. Но пока что у меня вот такие новости. Коллекция матричная бабочка Shine. Так, вот это вот эпоксидная смола. Она, как видите, бриллиант. Нарисованными. Сложно показать. В общем, она состоит из двух тюбиков. Эти тюбики соединяются. И буду заливать эпоксидную смолу. Все вам покажу потом. Расскажу, что именно у меня получится. Так что следите за моим каналом. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Я обещала вам снять видео про новую галерею Аспер. Я почему сейчас не снимаю? Потому что только неделя прошла с того момента, как меня зарегистрировали там. И я хочу немножечко понять, как работает эта галерея. Так что ждите. На своем опыте расскажу вам все. Пока-пока!